ваше здоровье, любезный господин. Пусть у вас бороды под ногами путаются. За здоровье, молодых, процветание вам и деток побольше. Пряник – это просто мука, мед, яйца да приправы. Позволю себе не согласиться. В таком прянике самый важный ингредиент – это время. Что он несет? Тише, давай послушаем и узнаем. Как это? Самый важный ингредиент – время? Верно отмеренное время придаст прянику нужную консистенцию. Он станет идеально хрустящим снаружи и восхитительно мягким внутри. Ну а все-таки, сколько этого времени надо бы? Этого вы не найдете ни в одном рецепте. Вам придется отдаться на волю чувств, довериться им. Время нужно осязать, обонять, даже кушать его. Время – это ключ. Приветствую, Шани. Позволь представиться. Я Гюнтер Одим. Замечательное платье. Тебе очень идет этот цвет. Спасибо. Я много о тебе слышала, но не знала, что ты повар. Ты удивительно много знаешь о пряниках. Я просто много знаю обо всем. Да? Интересно, что ты знаешь обо мне? Ты всегда был хуже своего брата. С детства ты завидовал Ольгерду во всем, потому что хотел быть таким, как он. Чушь! Я никогда не завидовал моему брату. Пожалуй, что нет. Он просто был для тебя недостижимым образцом. Ольгерд был сильнее, быстрее, лучше стрелял. Это Ольгерд первым научился читать, хоть ты очень старался. Когда вы подросли, это он выбирал себе девушек. А тебе причитались остатки. Прости, Шани. Мне жаль, что ты должна это слушать. Не обманывайся. Шани здесь не из-за тебя, а из-за Геральта. Видно, тебе на роду написан роль скверной копии. Кстати, танцевал Ольгерд тоже намного лучше тебя. Ты брешешь, как пес. Это мой брат. Я любил его. Вопрос лишь в том, был ли ты для него так же дорог, как он для тебя. После смерти он сделал меня героем. В моем последнем бою на меня навалились пятеро. Не скрою, я отступил. Я бежал в подвал, и там меня прижали, как крысу. Но Ольгерд рассказал всем, что это я в одиночку бросился на них. Осмелюсь спросить, откуда ты все это знаешь? Ольгерд часто приходит на мою могилу, пьет и вспоминает старые времена. Он меня не видит, а я слышу каждое его слово. Что ж, возможно, однажды ты услышишь нечто, что тебя очень удивит. Ты о чем это? Более не смею тебе мешать. Желаю хорошо провести время, потому как оно уходит. Шани, прости, я... Все в порядке, правда. Забудь о нем. Мы пришли развлекаться, так ведь? Пойдем. Ночь еще только началась. Все ложь. Не слово. Не бери в голову. Ольгерд был не просто моим братом. Он был моим лучшим другом. Остынь. Я тебе верю. А теперь пойдем.
пора веселиться. Времени ждать не будет.